Так, ну что, проверяю работу насоса. Подключаю. О, зашумело. Так, водичка пошла. Так. О, пошла водичка, хорошо, хорошо. Вот, насос опустила в колодец. Основной насос, который к дому, он стоит. А вот этот вот, вот сейчас вот запустила. Так, теперь вот эта бочка, когда она наполняется дождевой водой, переполняется. И вот по этим шлангам, один шланг, значит, подсоединен к малине, а другой шланг вот к деревням, к яблонькам. И там слива, которая не плодоносит. Ну, в общем, короче говоря, все получилось, окей, хорошо. Значит, а вот этот у меня, значит, насос. А, очень отлично, что белорусский насос, у него длинный электрошнур. Не надо дополнительно еще подсоединяться. Прям длинный такой в розетку втыкаешь, и вода идет. Значит, вот, отлично. Для полива. И сейчас буду наполнять котлы в бане для мытья. Ура!